Как отметил зампред правительства, Краснодарский край сможет выплачивать часть кредита в рассрочку в течение 6 лет. В свою очередь, губернатор Кубани заявил, что до конца этого года муниципалитетам планируется списать от 70 до 95% долгов по бюджетным займам. В результате кредитная нагрузка городов и районов сократится на 3 миллиарда рублей. Также ожидается повышение заработной платы тем, кто трудится в бюджетной сфере. На эти цели в текущем году должны направить около 1 миллиард рублей. Средства выделяются по поручению президента в связи с ростом минимального размера оплаты труда.